Всем привет! Представляю вам уникальную шляпу от мозговеда профессора Савельева и камеру Panaflex Pro 140. Редчайший экземпляр, первый раз в наших краях. Мама черная американка, папа китаец, выпущена не так, в 2000-е годы. Имеет три выдержки, снимает на 120-ю пленочку. Всего 6 кадров. Попробую, что с ней получится. Алло. Здравствуйте. Извините, меня отвлекли. Смотрите. Уникальная шляпа для переноски любой фотоаппаратуры. Мастера, мастерицы из Гжели, Суздаля и всех наших деревень создавали эту шляпу. Будем снимать на просроченную пленку Panfilm 120, черно-белую. Приготовились. Поехали. Теперь мы идем проявлять. Сейчас. Ура, у нас получилось. Сами сделали. Смотри,